Короче, Киров. Как новости, только душевнее. Артем. Роман. Поехали. С 11 июня в области наконец-то появится маршрут Арбаш-Киров, а 12 июня подешевеют билеты на электричку Киров-Нижний Новгород. А вы понимаете, что к 13 июня в Арбаже вообще никого не останется? В Кирове проведут богатырские игры. Для игр уже подготовлена печь и таймер на 30 лет и 3 года. Итоги подведут в 2057-м. В Кировской области 11 собак напали на 15 человек за 10 дней. Капец, конечно, у вас учебники по математике, но я не удивлюсь, что если каким-нибудь образом перемножить эти цифры, получится 650. Короче, Киров, новости с неограниченным сроком годности –